Реализация программ повышения эффективности производства на предприятии группы ММК за первое полугодие принесла компании более 2 миллиардов рублей дополнительной прибыли. Ключевой вклад 1 миллиард 275 миллионов рублей формирование дополнительной прибыли внесли мероприятия по повышению эффективности технологических процессов. Меры по энергосбережению принесли компании 352 миллиона рублей, рационализаторская и изобретательская деятельность 284 миллиона рублей. За счет реализации малобюджетных, но высокоэффективных проектов за полгода получено 119 миллионов рублей. С точки зрения распределения сберегаемых ресурсов, наибольший эффект обеспечили экономия сырья и основных материалов, топливно-энергетических ресурсов, а также вспомогательных материалов. Снижение расхода различных видов используемых ресурсов, проработка инструментов оптимизации бизнес-процессов, в том числе с помощью цифровизации – это приоритетные задачи стратегии ММК по повышению эффективности работы. Этот комплексный процесс затрагивает все производственные и функциональные подразделения компании.